Здравствуйте, я нахожусь в поселке Мельничный ручей Ленинградской области. Уже второй день я пытаюсь внести деньги на свой счет в Сбербанке. Так мне удобнее оплачивать коммунальные услуги. Придя вчера в супермаркет «Магнит» в Мельничном ручье, я увидел, что там работают инкассаторы. После их работы на экране банкомата появилась надпись, что он не работает. Я пошел в ближайшее отделение Сбербанка в Мельничном ручье, и оно оказалось закрыто. Там был выходной. На следующий день, то есть сегодня, я пришел в это отделение, и мне сказали, что там нет банкомата, и послали меня во Всеволожск. Ну, надо сказать, довольно вежливо. Сейчас очень жарко, мне просто до селушка дойти трудно. Создается впечатление, что Сбербанку деньги просто не нужны.